это все посадки. Площадь Железноводского парка 36 гектаров. Для сравнения, на ходу вот не надо. Для сравнения, Ессентукский парк, по которому вы ходите, нижний гуляете, там 63 гектара. Здесь 36, легко запоминается. Единственный санаторий, который находится на территории парка, это санаторий Тельмана. Вот там вы видели вот там корпус. А вот ограда чугунная, голубенькая, она сохранилась с начала 20-го столетия. Это ограда бывшей дачи эмира Бухарского. Когда мы подойдем там поближе, так что она ярче смотреться будет, я вам там подробно расскажу о даче эмира Бухарского. Ну вот несколько входов на дачу. Над одним из входов надпись есть на арабском языке. Кто умеет читать по-арабски?